Мне кажется, или там гнездо. Там надо будет туда прийти с камерой. На сосне внезапно возможно гнездо. Не знаю, слышно этих горластых соседей или нет. Дорогу до прилуг сделали внезапно. Я вот даже подумала, может быть, кто-то действительно смотрит мой уютненький бложек. А то прям второе совпадение за последние 2 года. И как увидел этот ужас, так его совесть замучила, и он сделал дорогу. Ну, перекресток еще, конечно, не готов, но сама суть, что от Шишкина до Прилуг, как я поняла, ну, по крайней мере, до нашего перекрестка, дорога конкретный асфальт, уже да. Мне совершенно спонтанно, хотя за день 4 раза планы поменялись, благодаря в основном погоде. Приехала на вечернем деревню сегодня, до вторника. Соответственно, свою Марту измельчитель я не успела ни открыть нормально, ни затестить, ни обозреть. Ну и еще какие-то там дела, но очень ударно, чуть меньше, чем за 2 часа, где-то за 1,5 часа вообще. Сделала перевод цветка, и какой-то гений, какой-то хороший человек выложил на Батато все 90 глав месяц назад цветка. Причем, видимо, ну, как бы там есть от английского какого-то до 9 главы, но уже чисто другой английский, другой англичанин. Там вроде как был английский американский, тут английский, в смысле английский британский. И все 90 глав цветка есть. Но человек брал сканы у испанцев с их водянкой и переводил, видимо, с испанского. Потому что некоторые звуки были уже на испанском. И они были помечены как бы звездочкой, что это вот звук такой-то, такое-то слово на испанском, значит то-то, такое-то слово на английском. Конечно, хорошо, местами, правда, там такой, ну, феерический тайп, но, с другой стороны, блин, я за 1,5 часа практически, можно сказать, ну, английский все же роднее, чем итальянский, который я слабо, медленно и печально когда-то там с НПА одно знакомое пыталась изучать, и чисто воспринимаю по большей части когда иногда на слух, если нет ничего, а интересный ролик хочется посмотреть, ну, в смысле, раньше сериал определенно смотрела. Ну, и когда уже хочешь, не хочешь, нет ничего, иногда визуально понимаешь. Ну, как бы произнести не могу, но перевести смогу. В общем, цветок наконец-то снова на английском. Приеду и думаю, уже можно будет так оперативненько добить. Я тут стою на одном месте, в сланцах. Мои сланцы розовые, которые сюда привезла в прошлый раз. Одна сломалась буквально вот, может, 2 часа назад. Я совершенно забыла, что у меня тут только один топик, а брюки, причем брюки я найти не могу. Завтра приедут, мои, надеюсь, ну, возможно, приедут родственники, надо будет их спросить, куда они это положили. В общем, у меня тут один топик. И та блузочка леновая, в которой я приехала, меня пытается сожрать комар. Я думаю, как бы для первого случайного раза все, я не хотела, вообще не планировала ничего записывать, но тут увидела гнездо. Все-таки я его потом на видеокамеру еще засниму. Приближенно, чтобы самой увидеть, что это. Привет, зрители, пока, зритель.